Обязательно это что? Да, видео второе это сниму. А тут грибы тоже я вижу соленые прям. И рыба. Это омуль, да, по-моему, она написала. Я вот в таких рыбах не это, это байкальская именно рыба, прикинь. Галечка, не волнуйся, все пришло, ничего не испортилось, не пропала она. Вот она вся, Мишенька сегодня приедет и Юлечку угостим. Классная вообще, обалденная. Просто супер гуд. А, надо плавничок оторвать. Вот так раз плавничок. И кусику остатки. Вкусно, да? А какая прелесть. Ням-ням-ням. Пивка налить надо. Пивка? Да он дурной, он потом бурагозить начнет. Будем ловить по бужору. Побьет нас потом. По бужору ловить будем. Вкусно, да? Ай! Проха банан охраняет. Проша? Вон, лежит и банан охраняет. Прох! Проша! Ля, залип. Проха! А что с ним, блин? Ты чего? Он охраняет банан. Не, он на кого-то вылупился прям, глянь. Чего там случилось? Там косточка лежала. По-моему, это был выбор. Банан или косточка? Банан, косточка, на. Ты мой сладкий, иди сюда. Иди сюда, скорее. Иди ко мне. Иди, мой красавчик. Ты мой красавчик. И ты красавчик, ладно. Проха. Сам я уже подхожу гладиться, скажи. Молодец. А чё нос весь в земле, а? Копалка-палка. Копал опять? Палка-копалка. Здорово. Ну ты солнышко. А там, гляньте, дождь у кого-то идет. А у нас солнышко, скажи, сегодня. Он сегодня, видели бы, как эту маленькую вывели, она уже погуляла даже сегодня. Вот. И он ее за хвост тянул, чтобы она в конюшню не шла, пока там убирались. Это вообще супер нянька. Он ее как увидел, как он к ней бросился, как он ее давай облизывать. Ага, ага. Я, знаешь, случай какой помню? Вот так вот Наташа один раз к нам приехала. По-моему, с Мурманска, если мне память не ошибается. Привезла очень вонючую, но очень вкусную рыбу. Ёж называется. Так ты чё, Маш, помнишь же, что мы с Мишей только бумажку с-под неё понюхали? Пока мы провожали гостей, вот эта мадама, дай лапу, дай лапу, сожрала рыбу, короче, и оставила нам только бумажку на пороге. Ой-о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 й. А кот этот вообще кадр. Возьмите себе черно-белого кота, не пожалеете. Он очень дерзкий кот. Вот они все выходят. Сегодня грызли Юлю. Мы пока в конюшню, они ее покусали. Вот он, вот этот. Мишка, да. Потому что я у них стульчик забрала. Да ты негодяйка. Правильно, Миша, ты ее укусил. Стульчик поставил. Вот они идут. Давай им это вкусняшки вынесем. Танюша, глянь, вон она в диване. Красота. Танюшка. Танюшка, спрашивали за нее. Недавно. Вот, скажи, прошлые видео, видно, не смотрели. Блин, пойдем мы их поугощаем сейчас как раз.